А теперь к другим темам. Дербент присоединился к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». Так, в городском музее ковра и декоративно-прикладного искусства прошла онлайн-выставка «Искусство народов Дагестана». Танцем гостей поприветствовал ансамбль «Каспий». Здесь же было представлено все, чем славится Дагестан. Среди них работы унцукульских и кубачинских мастеров. Провели для участников и мастер-классы, где любой желающий смог познакомиться с традиционными ремеслами. Каждый мастер-дагестанец, он представляет Дагестан по-своему. Эти мастера, представляя свои аулы, свою малую родину, они представляют и весь Дагестан. То, что я говорила, что объединяет поколения, это действительно так, потому что каждый мастер передает свой опыт, навыки молодому поколению. Иначе бы это мастерство, это искусство не дожило бы до наших дней. Ночь искусств – это своего рода продолжение таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь» и «Ночь музыки». Основная цель акции – предоставить гражданам возможность бесплатно побывать в музеях, театрах и библиотеках.